Зачем люди падают? Чтобы научиться подниматься? Чтобы подчинить страхи других, ты вначале должен совладать со своими. Ты утоляешь муки совести гневом, а я научу смотреть в глаза истине и признавать свою вину. Признавать свою вину? Гнев – источник силы, но если дать ему волю, он тебя уничтожит. Люди боятся того, что нельзя увидеть. Сострадание – твоя слабость, которой лишены твои враги. Никогда не теряй бдительность. Я знаю приемы. Приемы – ничто. Воля решает все. Сила воли. Ты не победил меня. Чтобы нанести удар, нужно твердо стоять на ногах.